Друзья, я вас очень сильно приветствую. С вами я, Виталий Гнатюк. Как поживаете? Вот он я. Мы в новом свете. Это море, это солнце, это я. Солнце. Вот оно. Что-то какие-то паутинки на небе. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня опять заштормило. Видите, я приехал, а меня встречает вот такое вот море и вот такой вот ветер. Поэтому я вниз спускаюсь, потому что здесь не дует возле стеночки. Сейчас прогуляемся по набережной, ой, то есть по пляжу в основном, потому что на набережной сильный ветер. Вот. Там заливает, конечно, этот самый причал, но там очень дует. Мне снимать тяжело, потому что вы ничего не услышите, будет только ветер дуть. В общем, прокатился я немного, кто знает, и кто не знает. Даже был в тех местах, где вы даже не знаете. Я еще даже видео не монтировал оттуда. Это в Сочи. Я был в Москве, ну, в Таиланде был месяц, потом в Москве был дней 20, наверное. Потом в Питере был 5 дней, и потом еще в Сочи больше недели был. Вот, так что все, у меня просто даже не было, я, например, в Москве был, у меня даже не было там интернета, чтобы все загрузить. Вот, так что все видео, если хотите эксклюзив, там куча, очень много видео на ВК Донат, можете, или на Бусти. Там, ну, кроме Сочи, я еще пока не загрузил, там уже десятки, если не сотни часов. Там Останкино, ВДНХ, этот самый Кремль там платный, там прогулки по Арбату, Эрмитаж из Питера, поющие фонтаны из Сочи, Красная Поляна из Сочи. Короче, много-много-много видео уже там. Но сейчас я не могу это все выкладывать. У меня есть второй канал на Ютубе, вот, с моими путешествиями. Сейчас я не могу выкладывать, потому что я приехал, я туда приехал, был еще снег. А сейчас я буду выкладывать, люди будут говорить: так какой снег? Они думают, что оно залетает, это видео, сразу в интернет. Но на самом деле у меня куча времени это все занимает, чтобы не только снять, но и смонтировать, и еще и загрузить это все. Вот, куча свободного времени. Вот. Поэтому хотите поддержать, заходите, подписывайтесь, там 50 рублей на целый месяц можете смотреть. Вот. Это самое меньшее, которое можно там поставить, это 50 рублей. Пока я только туда. Видите, даже в Сочи еще у меня не было времени даже это все монтировать. Я до сих пор все там что-то загружаю, перезагружаю, переснимаю, переделываю. Короче, целую кучу времени это все занимает. Вот. Как-то так. Видите, первое впечатление, хочу сказать. Как ни странно, первое впечатление, когда я приехал в Крым. Сейчас, наверное, хотел раньше зайти. Видите, здесь очень сильно дует. Давайте постоим немножко, посмотрим. Когда из России приезжаешь, ну, например, из Сочи, там очень много, там прям толпы людей сейчас. Вот, я был, получается, в апреле. Там прям толпы, прям толпы. Еще даже сезон не начался. Ну, там, как у нас летом, это хороший сезон, наверное. А еще даже лето не началось. Но там обалденно. Просто там парки крутые, там все дела. Правда, я не знаю, как они там купаются. Люди в основном-то туда едут, думают, что там море есть. Но оно там есть. Но пляжей как таковых особенно нету. Может, где-то там в каких-то поселочках рядом есть. Но там просто галька из вот таких вот булыжников. Вот, сплошная вот такая вот галька примерно. Но все остальное очень классно. Все, там парки внутри,
все остальное. Набережная там небольшая, маленькая. Так, ладно. Если заходите, посмотрите. И позже, наверное, эти видео будут выложены на мой второй канал с путешествиями. Потому что на этом канале такие видео что-то или YouTube не пускает, либо люди не хотят смотреть именно здесь, потому что он уже к Крыму как бы присоединен. Хотя там прикольные видео, интересные. Некоторые даже смотрят и там, и здесь. Вот, но YouTube что-то не хочет рекомендовать оттуда видео. Так, сейчас, наверное, выйдем на набережную быстренько. Хоть и дует, я извиняюсь, что дует. Вот. А мы сейчас выскочим, я вам покажу, сколько, что здесь делается, что творится. Вот. Первое впечатление от Крыма, когда я сюда приехал, это пару дней назад. Сегодня... Так, сейчас я гляну, какое число сегодня. Чтоб вы меня опять в комментариях не писали, что люди думают, что я быстро... Это видео выскакивает на YouTube, это все быстро. Так, сейчас скажу. Сейчас попробую сегодня быстро это все сделать. 20 апреля, вроде бы как. Так. Там уже рабочие работают уже, что-то делают. Ближе к сезону появляются люди уже, приезжают. Такие, которые любят и подешевле жилье снять, и которые любят, чтобы людей не было никого. Тут вроде не дует. Так. Там есть вроде спуск. Ну ладно, мы еще немножко прогуляемся. Я потому что в обратную сторону шел, здесь был сильный ветер. Вот уже начинают какие-то розочки цвести. Юка начинает цвести в начале июня. Кстати, у нас уже клубника пошла и крымская пока что. Вот, очень вкусная. Я в Судаке уже купил 0,5 килограмма. Очень вкусная. То, что надо. Вот, без какой-то химии. Обалденная просто клубника. 350 рублей килограмм. Ну, это пока что. Может, на завтра уже подешевеет. Она быстро дешевеет. Вот, это вот одна из первых. Работает здесь ресторан. Работают чебуреки. Вот там Екатерина собирается открываться. Я проходил рядом. Так. Сейчас мы вот сюда вот зайдем. Кстати, друзья, я готовлю там конкурс на ВКонтакте. В группе ВКонтакте. Бесплатный. А, вот здесь, кстати, собираются тоже открываться. Смотрите, понатаскали. Уже натянули брезент. Я думал зайти туда, но там уже работы идут. Вот. И, короче, разыгрывать будут две картины, небольшие картины, можно на стол прям поставить. Так, сейчас я, наверное, если попробую, покажу. В общем, просто нужно подписаться. И когда я там объявлю конкурс, я пока еще только приехал, у меня уже куча планов. И, короче, я и там, мне нужно и монтировать, и видео, и все остальное. Короче, группа у меня бесплатная. Но если хотите там поддержать канал, там есть отдельная вот это вот. Вот такие вот, смотрите, вот она написанная красками. То есть это не фотошоп, а написанная. Местная художница делает. И сейчас вторую покажу. Вот такая вот. Вот туда же, видите, автограф есть вот в углу. Короче, подписывайтесь. Вот, и когда я объявлю, ну, короче, сейчас пока я еще разбираюсь, в общем, вступайте в группу ВКонтакте.
Вот. Вступайте в группу, призы уже есть. Но надо еще настроиться, как там что. Короче, где-то в конце мая, в начале июня, наверное, еще объявлю дальше, когда будет конкурс. Просто разыгрываю, просто, ну, как бы, за бесплатно. Там не надо ничего платить, не переживайте. 50 рублей это в ВК-донат, это если отдельное видео хотите посмотреть. Это уже внутри группы, там найдете кнопку «Поддержать», если захотите. Вот как-то так. Люди, смотрите, уже, ну, в основном рабочие здесь, наверное, ну, где-то процентов 30. А людей на самом деле много. Так, я решил поразделять видео, небольшие делать сейчас. Потому что у меня сейчас просто нет времени, друзья, на монтаж. У меня вот даже такое вот небольшое видео может занимать часа 3. То есть пока я его прибегу сюда, запишу, потом схожу домой, выложу на компьютер, потом с компьютера в интернет. Сейчас у нас интернет еще что-то сбоит. То есть, то нет. А, кстати, кому нужно жилье, у меня есть пару номеров таких недорогих, вот, на 2-3 человека. Вот, и есть еще двух-трехкомнатная квартира. Вот, это бывает двух, бывает трех, но она одна и та же. В общем, квартира 3 минуты до моря, а все остальное жилье где-то 7 минут до моря, если надо. Ссылки все есть в описании. Так, придется, наверное, все-таки монтировать. Видео уже не успеваю все рассказать, показать. Короче, вот видите, строители тут ходят. Строители ходят. Хотел быстро прогуляться, уже не хватает время. Ладно, какое-то скомканное видео получается, как будто я по полвидео что-то рекламирую, но просто там очень много материала, поэтому я решил все-таки сказать об этом. Даже того, который еще нигде нету. Ну, то есть, люди даже не знают, что я был в Сочи, допустим. Там все это есть. В общем, как-то так. Опять дует. Опять штормит. А, эти же видео есть на Boosty. Это проверенный, как бы все им пользуются, Boosty. Там без рекламы оно все. И снова света, там куча видео тоже есть. Как-то так. Еще увидимся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Спасибо большое, кто не отписался, пока я был в России. А то все люди иногда смотрят только про Крым. Я не знаю почему, но им только Крым интересен. Все, еще увидимся.